Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами коротко остановимся на вот таком вот чехле от компании Audi. Я на него наткнулся в официальном салоне Audi, и он мне очень понравился, поэтому я хочу вам о нем рассказать. Я, в принципе, не люблю чехлы, которые одеваются на само устройство, но как я считаю, что они только портят его дизайн и, в принципе, эргономику, поэтому я, использую только чехлы, вот такие, которые, можно сказать, как сумка. Просто для переноски устройства. Давайте теперь попробуем запихнуть в чехол iPad. Но перед этим посмотрим на кармашки. Здесь, видите, один есть кармашек. Я позже скажу вам, что туда, к примеру, можно положить. И вот здесь такая ручка, за которую вы можете брать и носить ваш чехол в руке. Теперь давайте попробуем положить туда iPad. Вот. Туда он легко входит. Как видите, я даже вместе со смарт-кавером его туда запихнул и без всяких проблем. А теперь давайте закроем. Как видите, здесь есть две молнии. Это достаточно удобно с такими резиновыми, с резиновыми наконечниками. И теперь давайте откроем кармашек и посмотрим, что туда еще можно положить. Что туда, в принципе, можно положить. Ну, к примеру, можно туда положить iPhone 5. Так, там еще есть много места. Давайте положим, к примеру, зарядку для айфона. Так, она, в принципе, туда достаточно легко влезла. А вот теперь давайте попробуем запихнуть туда кабель Lightning. Ну и, в принципе, он тоже туда влез. И если бы он не был вот у меня в такой вот упаковке, потому как я его даже еще не открывал, в принципе, он бы легко туда поместился. Как видите, туда можно очень много всего положить и закрыть кармашек и, собственно, забыть о том, что там находится. Вот такой вот классный чехол. Я его, как я уже сказал, нашел в официальном центре Audi. И, в принципе, он только там и продается. Поэтому я вам советую поехать в ближайший салон Audi и посмотреть себе чехол. Там, в принципе, очень много разных вещей, в том числе и чехол для iPhone есть там. Вот, ну и на этом, в принципе, все. Мне осталось только с вами попрощаться и попросить вас подписаться на мой канал и оставить комментарий. До новых встреч, увидимся.